Так, у нас приготовление пирога. Как называется? У нас приготовление яблочного пирога с добавлением корицы. 180 грамм муки, 1/2 чайную ложку корицы и 1/5 чайной ложки разрыхлителя. Так как у нас венчика нет, у нас вот такой вот венчик, нужно хорошо... Вот, в отдельной мисочке это все перемешивать. Насыпаем 175 грамм сахара и 85 грамм масла комнатной температуры. И будем это все взбивать. Добавляем яйцо. Сразу наливаем 120 грамм молока. Перемешаем лопаткой без фанатизма, только пока все соединится. Ага, тут уже нельзя миксером. Теперь мы все это лопаточкой перемешаем. Шоколадное масло. Ну, оно что еще больше похоже? Что-то темное. Но не шоколадное. Красивая масса. Наконец-таки вот однородная почти. Масса у нас получилась. Это я делала. На сколько минут? На 10 минут. Потом снижаем температуру до 155 градусов и 30-40 минут выпекается пирог. Так, у нас осталось 10 минут, по-моему, да? Да. У нас уже все почти готово. И решили сделать кисель. У нас был пакет кисель покупной. Пирог. А, с яблоками и с киселем. Ну и мороженое у нас еще есть, как бы, поэтому у нас все чики-буки. Вот она, вкуснятинка. Знаете, что я ем? Доедаю конфеты. Бин Базли. Пока попадаются вкусные, на удивление. Только сказала. Ничто не помогает так монтировать, как жрачка. Привет, друзья! Сегодня я решила сходить в кинотеатр, так как задолбал YouTube, задолбали конченые комментарии. Короче, посрать. Куча людей ходит. Я буду вещать. В общем, меня задолбало все, что пишут. Все это говно, которое выливают на меня. Перекручивают мои слова. И вот я решила, в общем, прогуляться. Развеяться. Потому что еще как-то состояние какое-то странное. В общем, гастрит мне мой дал о себе опять знать. Да, кстати, я выбирала между двумя фильмами. Это «Эдди Орел» и «Белоснежка» и что-то там. Выбрала я, как вы думаете, что «Белоснежку», потому что хочу посмотреть все эти спецэффекты, которые я видела в трейлере, именно на большом экране. Там еще играет этот актер, который играл Тора. Грех вообще просто не сходить. А «Эдди», он такой, как бы, обычный фильм, такой комедия. Его можно посмотреть где угодно и когда угодно. Можно «Белоснежка» и «Охотник» в 2D, который? Во сколько? На 17:45 там, по-моему. Выбирайте. Давайте 4-й ряд, 6-е место. Можно маленький сладкий? Спасибо. Спасибо. Как поживаешь? Хорошо, а ты? Прекрасно.
троллем. Кажется. Я рада, что вы смогли быть здесь в этот неповторимый чудесный момент. Ну что, посмотрела я фильм. Ну, мне понравился. Обычная, конечно, сказка такая, но довольно-таки неплохая. И графика не особо впечатлила. В трейлере все намного было круче. Еще зашла, купила крем вот такой попробовать. Эфоклар Дуо Плюс. Кто пробовал, напишите. Да, я иду не слишком поздно. Сейчас 8 часов, по-моему. Я иду пешком, потому что решила не вызывать такси, сэкономить, так сказать. До чего доводит жадность. И немножко стрёмно идти одной. Главное теперь еще не заблудиться, потому что я и днем особо не помню дорогу. А ночью так тем более, да еще и через дворы. Холодно на улице почему-то стало. Хотя я выходила, было не тепло, но сейчас, мне кажется, еще больше похолодало, а я в легкой куртке и в рубашке. Замерзла. Так, мне, по-моему, сюда. Наконец-то дома. Спасибо вам. С вами было поспокойнее. Потому что на каждую проезжающую рядом машину постоянно оборачиваюсь и думаю, блин, не за мной ли? А что двери открыты? Что, дети не закрыли? Нет.